Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 103, упражнение номер 10. Реши с устным объяснением 7 плюс 8. 8 – это 3 и 5. 7 плюс 3 равно 10. 10 плюс 5 равно 15. 9 плюс 4. 4 – это 1 и 3. 9 плюс 1 равно 10. 10 плюс 3 равно 13. 7 плюс 5. 5 – это 3 и 2. 7 плюс 3 равно 10. 10 плюс 2 равно 12. 8 плюс 6. 6 – это 2 и 4. 8 плюс 2 равно 10. 10 плюс 4 равно 14. Объясни разные способы вычитания. 12 минус 6. 6 – это 2 и 4. 12 минус 2 равно 10. 10 минус 4 равно 6. 14 минус 5. 5 – это 4 и 1. 14 минус 4 равно 10. 10 минус 1 равно 9. 17 минус 8. 8 – это 7 и 1. 17 минус 7 равно 10. 10 минус 1 равно 9. 13 минус 9. 9 – это 3 и 6. 13 минус 3 равно 10. 10 минус 6 равно 4. И другой способ вычитания. 12 минус 6. 12 – это 6 и 6. И если мы из 12 вычтем 6, то у нас останется 6. 14 минус 5. 14 – это 9 и 5. И если мы из 14 вычтем 5, у нас останется 9. 17 минус 8. 17 – это 8 и 9. И если мы из 17 вычтем 8, у нас останется 9. 13 минус 9. 13 – это 9 и 4. И если мы из 13 вычтем 9, то у нас останется 4. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.